Всем привет! Вы на канале Мама Я. Ну и сегодня мы играем в Nature Disaster Surreal. Погнали! У нас тут Сандсторм. Нашему маяку уже неплохо нанесли урон. Потому что у нас целый взрыв. Прям в центре, в самом центре. А это очень плохо. Я даже не выжил от этого удивления. Вы представляете, наш маяк поврежден был от молнии. Вот только молния это заглючила, иначе как она бы ударила через вот это. Никто, скорее всего, не догадается. Ну, физически это невозможно, а глючически может быть. Глючически это я вам хочу преподнести как глюк. То есть, никакой не глюкоза, там не такое. Так. Так. И еще, почему тут не подписаны клавиши? Класс, допустим, math, а это English. Ну, окей. Так. Так. Сколько будет 2 плюс 2? Уйди. Ученики, садитесь. Ребята, вот это плохие ученики, которые вам ничего не дают. Сядь. О! Торнадо! К нам приходит! Что-то вовремя и не подумал-то. Надеюсь, выжил. О, нет. Нет, пожалуйста, прошу. Торнадо, ну прошу. Нет. Нет, только не меня. Нет. Давай. Ага. Смотри на меня. Я инвалид. Ребята, это инвалид какой-то. И почему если торнадо нас доставало? Оно нам не захватило, да, если оно нам наносило урон. Это я. С одной ногой. Давайте, где тут был трактор? Не помню где. Но иначе откуда он бы взялся? Отдайте трактор, я на нем еще-то хотел. Трактор, отдайте. Отдайте трактор. Трактор. Вот, спасибо, спасибо. Сандсторм опять. Так. Ребят, ну этот маг прыгнулся слишком высокой высоты.
Дайте. Все, лучше еду прямо. Что? Мне кажется, ли он его сюда телепортировал? Так, ребят, ну я такой бедный. Ну, пока. Быстрее! На тачке. На тачку эту. Нам надо быстрее на тачку. А то если мы не сядем... Да. Уйдите. Так, давайте. Так, ребят, давайте. Нет, отстань, отстань, отстань. Что? А, ребят, я помню эту штуку, да. Да, это типа как динамика. Ее же звуковая волна, это типа такой же, только тут невидимый динамик. То есть это получается как бы типа отталкивающего магнита. То есть как магнит притягивает, он наоборот все отталкивает. Ого. А неплохо так покромсал. Неплохо-то. Смотрите, прям до этого дошел вроде. Хотя нет, не до этого. Ну, смотри, там прям гонку сейчас сломают. Да, гонка. Да, не... Нет, я же забыл, я теперь нет, хотя нет, не надо было. Так. О! Не. Так. На. Давайте сталкиваем. Стоп. Выжил только 2 человека, ребят. Но я же говорю, это сложно. В принципе, ну да. Даже какой, в принципе, скорее всего, это хардкор, потому что, знаете, это что происходит? То есть, ты такой идешь, и тебя может смыть, если ты неправильно, там, каждый шаг влияет на кое-что. Вот каждый шаг там на кое-что влияет. Поэтому лучше постоянно как бы двигаться в разные стороны, чтобы не попасться. Так, ну, я не знаю. Ах, это с одной стороны тоже глупо. Тоже с одной стороны глупо на самом деле. Да, потому что оно... Ну, вот, скорее всего, понимаете, потому что... А вдруг и как неожиданно там и мной взорвалось. Так, смотря сейчас, что у нас будет, я могу выбежать. Если цунами, допустим. Допустим. Эй, вы что, тут же для правдовца это вообще-то. Так, и что у нас?
Флэш-флут. Вроде туда надо. Наверх. Вроде. Если не ошибаюсь, флэш-флут. Эй! Так. Хочу. Вау. Я же получил урон открыт. А нет, а нет. Лучше наверх, лучше наверх. Хорошо, что я оттуда выбежал. Фу. Я на людях буду. Нет, нет, нет. Как? Это нереал. Он только по ХП. Может кто-то выжил. Да нет. Никто не выжил. Ребята, это ненормально. No service. Нереал это. Нереал. Ребята, ну сами подумайте. Хотя, возможно, если бы там, я бы не потерял ни одной хпшки, возможно, там были малюсенькие шансы на выигрыш. Но тут нету, то есть, процентов на шанс. Тут ровно, то есть, 100 на 0 или 0 на 100. Ну, еще, тут вот так. Тут нет, типа, может так, может так. Да, потому что тут... Хотя, есть, может так, может так. Потому что, смотря как ты пойдешь, но в той карте там мы были на самой высокой точке. Поэтому это было крайне... Я не знаю. Я думал, оно закончится раньше. Но вы сами видели, чем это закончилось. Не очень-то и хорошим. Ладно, я ученик. Так, что писать? Что писать? А, в лесу я родилась елочка, хорошая она росла. Так, в лесу родилась елочка. Хорошо, она росла. В лесу родилась елочка зимой. Я не знаю, я забыл. Нет, я сюда. Я сюда. О, нет. Не выжил. Я как по лавным штучкам это сделал? Нет, часы! А! О! Быстрее, что мы думаем? Быстрее, к выходу! Нет! Эх, неплохо дышать. Эх, как тяжело. Ой, ребят, и... Я думаю, ребята, я успею. Ну, сам. А, хотя... Не хотя... Кто знает? Ты знаешь секретную лечилку? Я ее сам сейчас выдумал. Там что только я надеюсь... Нет! Лоус, респамси. Нет, нет, нет! Хи-хи-хи-хи-хи. Мы будем за ними наблюдать. А мне кажется, ребят, да, это песок. Моя нелюбимая. Да, песок. Хм. Посмотрим, что у них там будет. Синдстон. Тактику я бы выбрал такую.
Потому что видите, что происходит? Так. А, понятно. Да, ребята. Да, ребят, а это уже не шутки начались. Уже начались не шутки. Мам. Там тут вообще лыжи. Мне кажется, нет. А, ну точно, мы же тут смотрим, я вам. Так нет там девчуля одна, нет! А? Она выжила? Нет! Как? Стоп. Она что ли врезалась в мачту и там зареспавнилась заново, что? А что если так и есть? Давайте эту девочку. Это было класс. Да, мне понравилось. Давайте. Давайте. За него вот прям все сломалось. Я тебе желаю, чтобы ты умер. Вот. Давай быстрее. Падай, падай, падай. Так, надеюсь, у них будет Ахи Трен. Или Цунами. О, нормас, нормас. Мне нравится эта идея. Ты тоже за этим наблюдаешь? И что? Бэкфлип? Что машина там делает? Ну, кстати, там... Ты сам туда иди. На-на-на. Понял. Ну, короче, там остались, да. Ну, понял, кто там остался. Отстань! 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 Лаунчле. О! Ну пока. Да. Это тот, что я ждал. Пока! Я точно вижу. Нет!
И сейчас какой-то будет глава. Или Аситрен. Аситрен, это будет неплохо, да. Сандерсторм. О, круто, давай, пожалуйста, стреляй, ну, в эту ракету. Поздно. Давайте. Ну, понятно. Так. Давайте. Ничего. Я не буду с тобой единорога. Спасите. Спасите. Я пошел экскаватор. Вы не знаете, что на экскаваторе можно дамажить, это неплохо. Вот так вот. Вот так вот. Как-то их. Давайте их как-то. О, идеал! Так, и что мне делать? Кто-нибудь, помогите. Сос, помогите. В принципе, ты немного правильно делаешь. Фу, вот у меня метеорит упал. Я советую, знаете, где прятаться. Вот. Вот тут, да. Тут вас так много. Можете вы как-нибудь растолкнуться? Не хотите, но окей. Вы пожалеете, но уже поздно. Слишком поздно. Вот, я об этом и говорил. Я призову дождь, который это сделает. Ну, пожалуйста, сядь. Сядь, останься, да. Все. Теперь я тут буду. Понятно? Ха-ха-ха! Я в текстуре. Меня
никто. В смысле? А как меня телепортировало? Ну, залезай. Ну, давай, лезь. Если я тебя сталкиваю... О! Что? Нет. Фух. Ребят, я выжил все-таки на этот трактор. Ты думаешь, он так поедет? Серьезно? Ты о чем еще думаешь, не? Ты как думаешь, он на чем поедет? Нет. Так он даже смешно, это машина зубы. Ребят, я что-то слышал. Мать. Два. Что? Это меня хоть спасло. О, спасибо. Спасибо. Я надеюсь, я зареспавнюсь. Так. Ну, видите, такая карта у нас. Вот это мне уже нравится. Флэшфуд. Вода. Вода будет подниматься. Не рекомендую. Я рекомендую, как... Так, ну мы где-то тут были. Сейчас я тут. Ой. Для этого я и тут не захотела. Все, захотел все. В общем, все понятно. Это нереально. Да, но обсервился. Ну, в принципе, ребят, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, на это все. И всем пока! Ха-ха-ха.
что? Почему? Вам не кажется это все странным? Что? Это что было? Только что. Я спасу вас. Только вот стойте. Я спасу вас. Не переживайте. Так, освобождён. Никого не было. Довольно и все освобождены. Фух. Это кровати не уж разрушены. Если это были они. Девочка, я бы тебе не советовал это бы делать. Фух. Что? Что? Ребята, ну это все, кому ставьте лайки, пишите комментарии. Ну на это все точно. Ну и всем пока. Ого. А? Это что? Пропеллер? Это как? А? Что это было еще за песочный стул? Я не знаю. Я ничего не знаю. Не знаю.